Так, мужики, ребята, девочки, у нас сегодня работа на завтрак, маленькая такая, но она не маленькая, но должна быть не сложная, но должна быть правильно сделана. Будем менять аккумулятор. Аккумулятор будем менять BMW 5 серии. Все, наверное, будут говорить, да, просто накинул фазы, блин, откинул их и так далее. Крутил, закрутил, поменял все. Ни хрена. Это не так. Совершенно. Так. 90 ампер. 820. Сейчас мы протестируем. Машина иногда с нагрузкой заводится утром. Сейчас будем тестировать. У меня тестер специальный есть, который тестирует правильность батареи или аккумулятора. У нас называется battery. Так, вот такой я себе инструментик имею. Позитив, негатив, позитив. Так, press into the continue, yes. Test battery, yes. Так, нам нужно сказать, какая SAE. Вот SAE мигает. Здесь у нас SAE. Вообще EN. EN. И сколько у нас? 720. Ну, тестируем. Говорит, что надо поменять. Хотя бы даже 73% на 528 амп. Это уже полный пиздец. Вот у нас даже корешок висит такой. Клиенту отдать, чтобы он был удостоверен. Но у нас тест прошел правильный, чтобы он не пиздел. Вот мне не надо батарею менять. Вот. Поэтому всегда хорошо, когда имеешь инструменты. Так, негатив, позитив. Батарея у меня Bosch, не BMW, а Bosch прошла. Мы ее туда поставим и посмотрим, как и куда. Это у нас, чтобы химикаты не истекали куда надо, не надо. Не знаю, вам видно, не видно, ребят. Fuck you, man. Come on. Это если, блядь, батарея по пизде пойдет, вся эта, блядь, кислота, а нахер. Блин. Вот это да. Так. Там у нас позитив.
красивчик. Где мой, блядь, ключ? Ну, блядь. Сейчас что-то делаем здесь. Так, когда батарею устанавливаешь на BMW, в современных машинах нужно их программировать. Не просто засунул, блядь. Скрутил все. Ни хрена. Ее нужно программировать. Вот так. Так, куда это надо? Вот так, по-моему, было, да? На. Это в этом роде. Это обратно идет сюда. Это идет сюда. Почему я веду речь? Программировать нужно батарею или аккумулятор, как у вас там называется. Почему и нужно программировать? Потому что мозги у BMW должны знать, сколько амперов и что она выдает. И потому, если напруга падает, какая херня получается? Начинает заряжать от генератора вот эту всю белиберду. А так оно, если это нормально, то оно ее сильно не заряжает. Блять, что за хуйня такая непонятная. Да не пойму ни хрена. Там это за щелку нафиг. Чтобы оно не двигалось. Это оно неправильно сидит, блин. Что-то мне не нравится. Совсем другое дело, блядь. Тут смотрю, что-то она, блядь, сидит как-то раком, блядь. Ах, come on. Fuck's sake. Закручивайся, сука. Ну. Ну, закручивайся, падла. Кстати, стоят. Так, сосканировал на 100%, нашло пару ошибочек. Там за ошибочки у нас такие mirror hidden driver side faulty, Surftronic, бла-бла-бла-бла-бла, ничего такого. No message vehicle speed, transfer engine control, throttle valve, exhaust temperature, конвертер. Ну это херня, потому что, наверное, батарею отключил. Clear DTC. Yeah. Кошак мой сидит, там что-то мышей ловит на улице. Так, почистили. ECM. Что у нас тут в движке? Наверное, свечи, всякая хуйня. Как обычно, блядь.
Wow, AGR, Daily Battery Sensor, Oxygen Sensor. Это хуйня все. Так. Назад. Куда нам надо идти? ABS, CAS, DBS. Special function. No. Actuated test. Не туда. Supplemental and flattable airbag. SRS, no. Switch stance, ACEM. Special function, adjustment, adaptation, battery, register battery replacement, так, зарегистрировать, решить, register battery replacement, perform register, description, description, let's see. Okay. Offset. Okay. Так. Немножко выше, потому что inter battery replacement high lower capacity two units less blah la 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 from normal battery white high in okay battery replace successful register так зарегистрировали батарею нашу аккумулятор end of test module. Evaluate, switch from demo charge, perform overlaid battery charge state. Зарегистрировали наш аккумулятор. Новая батарея поставлена. End of session. Yeah, okay. Okay. Все. Так. Так же вам такие дела. Это вам не, блять, Лада. Может, еще не знаю. Вот там Владе, может, такая же тоже хуйню придумали. Регистрация батареи, блядь, аккумуляторов нахуй. Все, всем хорошего дня, ребята.
Будьте здоровы.